Вот, дорогие братья и сестры, вечерня только что закончилась у нас. Сделала я две работы. Вот. Осталось еще у меня чуть-чуть, немножечко. Так, последний штрих уже. С этой стороны. Ну, еще у меня 6 таких окошечков. Здесь темно, не видно. Завтра еще такие 4 буду делать. Еще здесь кружево буду вот по кругу делать все. Но это уже завтра. После вечерни. Вот таких 2. Вот таких у меня будет 6 штук. Вот 2 сделала. Еще кружево мне нужно купить. Вот, дорогие мои, у меня еще завтра работы. Вот так, это 2, 4, еще 2, 6, 4 штуки еще таких нужно мне сделать. Ну вот, вечерня закончилась у нас. Вот это 2 кошика я делала целый час. Вот. А потом вот. Таких тоже у меня 4 штуки. Но тоже они еще нужно доделать все. Вот это тоже еще нужно приклеить. Вот все. Зато будет красиво, чтобы и дети пришли, чтобы это ж Пасха, и взрослые дети. Вот эти подставочки мы... У нас очень маленькая сулия, потому я вот эту всю красоту, я ее раскину во всем храме. А на сулии у нас вот цветы будут в вазы, чтобы люди не перекинули. Это все у меня будет стоять. И еще такие 2 подставки нужно только скрутить. И это нужно сделать. Служба только закончилась, я уже, дорогие братья и сестры, говорили. А, еще вот это я сделала. Вот, дорогие братья и сестры, вот это я сделала штучку. Вот это сделала. Вот эту еще нужно сделать. Такую же нужно сделать. Это будет, батюшка хочет вот там на сулие. Вот так будет чепляться. Ну, я сюда не хожу, а когда вот это, вот туда высоко будет вот так. С этой стороны и с той стороны. Ну, еще нужно сделать. Не успеваю. Еще сегодня ничего не кушала. Ну, все, сейчас, наверное, никто не кушает. Так что грех жаловаться, сейчас раз на седмица. Так что вот так.